Мощные стены, многочисленные коридоры и залы, а также личный кабинет вождя. Сегодня бункер Сталина входит в число основных достопримечательностей Самары, но еще 30 лет назад о его существовании знали только единицы. Бункер рассекретили в 1991 году, и сейчас попасть в него можно в составе экскурсионной группы. В период пандемии и ограничительных мер посещение временно отменили, но нашей съемочной группе представилась такая возможность. Главный тоннель протяженностью 14 метров выглядит знакомо. Это ветка метро, только расположена она вертикально. Общая же глубина бункера составляет 37 метров, что примерно равняется 12-этажному зданию. Для сравнения, глубина бункера Гитлера в Берлине составляла всего лишь 16 метров, а у Черчилля и Рузвельта по 2 этажа. Как же строили этот военный объект колоссальных размеров? Некоторые документы, которые об этом рассказывают, до сих пор засекречены. Поэтому вокруг строительства бункера сложилось много мифов и легенд. То ли на стройке задействовали заключенных без имен Лага, которые, как отмечают историки, в основном занимались выкапыванием котлована, то ли это все-таки были специалисты-метростроевцы. Рассекреченные на сегодняшний день документы говорят только о том, что работали на объекте круглосуточно, а команда строителей включала 2900 рабочих и около 800 инженеров и техников. Мнения историков и краеведов Самары на этот счет расходятся. Конечно, строили специалисты. Я вот убежден, что строили там на, не знаю, 80-90% специалисты. Наверное, в основном это были метростроевцы, потому что был опыт и инженерный, был опыт строительный, да? То есть некогда было долго объяснять, что требуется. Но не только сам процесс возведения бункера окутан тайной. До сих пор остается загадкой, как жители Куйбышева не догадались, что буквально под их окнами идет масштабная стройка. Как удавалось незаметно вывозить 25 тысяч тонн грунта из котлована глубиной 37 метров? По оценкам историков, для этого грузовикам пришлось бы сделать 7,5 тысяч рейсов. Но машин с грунтом никто не видел. Этому есть несколько, опять же, официально неподтвержденных объяснений. Вполне возможно, что землей из котлована забивали подземные ходы. Они связывали здание бывшего собора, на месте которого сейчас находится театр оперы и балета, и здание Иверского монастыря. Но историки придерживаются другой, более распространенной версии. Был построен такой подземная галерея, куда загружалась земля, она выходила к Волге, ночью подходили баржи, и из этой галереи земля грузилась на баржи и вывозилась. Вот это самая распространенная точка зрения, но, повторюсь, никаких документов нет, это мы можем только предполагать. Преодолевая 192 ступеньки и спускаясь вглубь бункера, оказываемся, пожалуй, в самой важной его части. Здесь на первом этаже располагается просторный зал заседаний Ставки. К столу с телефонами и креслом, где должен был сидеть вождь, примыкает еще один длинный стол, покрытый зеленым сукном и 24 стула в чехлах. За спинкой кресла во всю стену большая карта хода военных действий на фронтах. В соседней от зала заседаний комнате расположился личный кабинет Сталина. Комната отдыха вождя облицована дубовыми панелями. Под потолком люстра, на стенах портреты Суворова и Кутузова. С этим помещением связана одна из интереснейших легенд. Сталин был аскет, человек привычки. Поэтому внутренние помещения бункера постарались создать таким образом, чтобы Сталин чувствовал себя там как дома, как в Кремле. Вот, например, в кабинете Сталина, там внизу, почти на 40-метровой глубине, 4 абсолютно симметричные фальш-двери. Отсюда миф. По легенде, настолько все предусмотрели, что у Сталина было 2 своих автономных выхода на поверхность. Почему двери 4? А правильно. Чтобы мне было понятно, куда выйдет. Кроме фальш-дверей, здесь отмечают еще несколько интересных деталей. Стены в кабинете Сталина обшиты голубым шелком, не так, как в Кремле. Получается, что строители позволили себе эту вольность. И свод в кабинете Сталина выкрашен абсолютно точно голубой краской. Я так думаю себе, что строители попытались, хоть как-то прикрыть, скрыть то, что над нами 40 метров земли и бетона.
Бункер Сталина в Самаре – самый мощный из ныне рассекреченных бункеров. В его истории все еще много белых пятен, но самарские исследователи надеются, что в будущем все же удастся развенчать мифы и документально подтвердить все детали строительства и эксплуатации этого крупного военного объекта, который сегодня олицетворяет собой мощь и величие запасной или военной столицы Советского Союза.